дежурная часть по улице Чапаева от Ленина в сторону улицы Победы двигается. 14-я черная. Сейчас на улице Ленина аварию чуть не сделал. Около 2 часов ночи на одной из улиц Тольятти активисты ночного патруля заметили ВАЗовскую 14-ю, водитель которой вел себя подозрительно. Информацию о нем передали дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут полицейские обнаружили автомобиль. Давай останавливаемся. Водитель 186, давай останавливаемся. Требования инспекторов остановиться водитель легковушки проигнорировал. Началась погоня, в ходе которой лихач не раз грубо нарушал правила дорожного движения. Остановить нарушителя удалось только после того, как его автомобиль угодил в яму. Выяснилось, в легковушке помимо водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. У меня дыхалки не хватает, я же не спортсмен. Еще, давай, вот, все. Вот идет анализ, ждите. Прибор показал, 28-летний водитель легковушки пьян. Теперь как минимум 1,5 года ему придется походить пешком, а также заплатить штраф в 30 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Павел Баймаков, Константин Головин. События.